Сегодня наше собрание здесь, то, что мы пригласили вас сюда, для того, чтобы мы помогли вам правильно сориентироваться вот в последних днях приемной кампании, для того, чтобы можно было что-то скорректировать, что-то лучше понять и сделать правильный выбор. Ответственный секретарь приемной комиссии Александр Губарев объяснил гостям университета правила поступления в ЮРГУ, а замначальника факультета военного обучения Константин Крикунов рассказал о программе подготовки офицеров, сержантов и рядовых запаса, которую студенты ЮРГУ могут пройти параллельно с основным обучением, получив в итоге военный билет. В ходе беседы родители и абитуриенты смогли задать все интересующие их вопросы, как лично ректору, так и декану любого факультета. Данное собрание, я считаю, что очень полезно для родителей, для абитуриентов, в большей степени, скорее всего, для родителей, потому что вообще даже вводная часть была перед собранием очень полезна, интересная, историческая такая. Во-вторых, очень много полезной информации нам ректор сейчас изложил, что и международные отношения, даже вот тоже языковое направление идет, военная подготовка. Это вот... Я считаю, что такую информацию, например, по интернету, ее нигде не возьмешь. Главная цель собрания – помочь будущим студентам определиться с выбором вуза. Хотя многие абитуриенты уже уверены, поступать они будут именно в ЮРГУ. Я поступаю на факультет экономики, торговли и технологий. Я выбрала Южноуральский государственный университет, так как это не требует переезда в другой город. Это удобно, это рядом, и здесь хороший уровень образования. Для меня это сыграло решающую роль. Встреча с ректоратом – традиционное мероприятие университета, позволяющее лучше узнать о перспективах обучения в ЮРГУ.